друзья, с нами известный рэпер Дил, да, в своих кругах. Класс. Всем привет, друзья, меня зовут Дил. Я очень рад, что сегодня я с вами здесь, очень рад видеть вас, очень рад видеть моих очень дорогих мне людей. Дил, подскажи мне, пожалуйста, а где ты познакомился с Марией и Алексеем Дорохиным? Ну, мы с ними познакомились на шоу «Ну-ка, все вместе», мы там были вместе в жюри, я думаю, в следующем сезоне мы будем вместе сидеть в жюри также, и... Ну, мы часто общаемся, мы каждый день с утра до вечера общаемся, у нас есть общий чат большой, где все артисты, и мы там с утра до вечера все время на связи, и я очень рад их видеть сегодня, потому что мы все время в чате, а здесь нужно уже увидеться. Хватит уже в чате сидеть, правильно уже? Да, согласен. И я думаю, что мы не только сегодня увидимся, но еще и услышим друг друга, поэтому я хочу их услышать. И хочу для них и для вас, для всех спеть свои новые песни. Я думаю, это будет очень зажигательно, и мы очень круто потанцуем вместе. Это будет сюрприз для нашего творческого дуэта. Ну, и вообще-то да, это будет сюрприз, потому что новый трек, он абсолютно новый, он выйдет на свет примерно где-то через 10 дней, потому что мы только его отдали на лейбл, и я думаю... Вы все услышите, какой это крутой трек на самом деле. Все, но не будем выдавать пока секреты. И, Дил, я хотел у тебя спросить, что бы ты пожелал бы в будущем, да, там, в развитии для Марии и Алексея? Ну, ребят, что я вам могу пожелать? Я вам могу пожелать только любви, вы это знаете. Здоровья, которого всегда не хватает у артистов, нужно всегда бегать, все время чем-то заниматься. Ну, энергии побольше, ну и, конечно, харизмы у вас достаточно. Энергии, ну и, конечно же, давайте будем поближе всегда проводить эти мероприятия. Долой пандемии, долой всего. Мы должны гулять, отдыхать, тусить, танцевать, веселиться, потому что мы такие люди. Спасибо вам. Спасибо большое. С нами был рэпер Дил. Мы увидимся с ним уже скоро на сцене. Спасибо. Да, услышим его. Вам хорошего вечера. Спасибо. Отлично отдохнуть. Спасибо.